Так, ну что, у нас печенье, сухое печенье любое, кофе, ликерчик, который потом мы смешаем вместе с кофе. Здесь смешанная сметанка со сливками и шоколадом, ну или просто нутеллу. Значит, мы кофе разбавляем с ликерчиком, потом соединяем два печенька и между ним кладем наш крем и потом выставляем такой стволик. Раз, два, три, четыре. Вуаля. Делаем такие печенюшки вместе со сливками, сметаной и с шоколадом. Делаем все. Потом каждую обмакиваем с кофе, смешанное с ликерчиком кофейным. И укладываем в стволик. Начинаем. Ну что, гудинэндо? Ну что, не гудинэндо? Ну что, помогаем маме, пока мама обед готовит. Продолжаем формировать такие печенюшки. Потом их обмакиваем в кофе с ликерчиком и укладываем в такой стволик. Ну что, мы обмакиваем печенье в кофе. Полностью обмакиваем хорошо. И усваиваем остальной крем, который остался, как клей. Вот так, на стеночке. И прикрепляем его сюда. Позиционируем по диагонали. Потом поймете, зачем. Так проще резать будет. По диагонали позиционируем стволик по диагонали. И идем дальше. Ну что, вот такой стволик у нас должен получиться. Значит, крем мы усвоили как между печеньями двумя. Потом мы обмакнули печенье в кофе, смешанное с ликером кофейным. Кофе не должно быть слишком горячим, тепленькое, иначе печенье растворится очень быстро. Сейчас оставшимся кремом мы его немножко преобразим. И готово. Через пару часов можно будет манджары кушать. Ну что, преображаем наш тортик. Ну что, вот наш стволик пасхальный готов. Красота. Bello e buono. Красивый и вкусный. Buon appetito.